Please help me. I'm serious. Help. Help me. Please help me. Пожалуйста, помогите мне. Сейчас я вам покажу события в Афганистане. Буду обзор делать на события в Афганистане. Я рисую такие картины в последнее время. Это ничтожные картины по сравнению с тем, что раньше рисовал. В 1000 раз ничтожнее. Я не скрываю свои недостатки, смотрите. Но я хочу стать лучше, я хочу избавиться от алкоголизма и курения. Когда я выпиваю, я становлюсь более спокойным на самом деле. И тревожность у меня есть, когда... Но я прошу вас, спасите мои картины и меня, пожалуйста. Я серьезно, без сарказма говорю. Андрей Дмитриевич, Евгений, с которым я вчера встретился. Ладно, теперь я буду... Кто может, пожалуйста, помогите. А теперь я буду делать обзор на события в Афганистане. Так, тут моя игра. Это только одно из многочисленных видео. Пожалуйста, помогите мне, смотрите. Давайте начнем вместе смотреть. Еще в субботу США начали срочную эвакуацию своих граждан. Глава Белого дома Джо Байден вновь отправил в Афганистан военных. Они будут обеспечивать прикрытие. Столица Кабула – один из последних рубежей на пути талибов к полной власти в Афганистане. Безопасность города. Ой, простите. Афганского посольства переехал в аэропорт Кабула, его охраняют военные. Наш долг обеспечить безопасность города. Не будьте жертвой пропаганды талибов. Кабул будет в безопасности. Здесь я хочу ставить свои 5 копеек. Не будьте жертвой пропаганды. Просто пропаганды любой. Любой. Неважно какой. Да, конечно, в Кабуле нет никаких проблем. Нет никаких проблем. Там вешают людей на краны, отрубают руки публично. Да, они поборолись с преступностью благодаря страху и террору. К сожалению, данный этап развития человечества, которого нет развития, только так решают проблемы. Меня самого обкрадывали. Я сам грешен. Меня обкрадывали и избивали. Но я бы не пожелал этим людям, чтобы им отрубили руки. Ни в коем случае нет. Я не знаю. Я считаю, что я бы не пожелал. Потому что я цивилизованный человек. Я прошу помощи у цивилизованных людей. Потому вы разве не понимаете, что скоро они захватят Москву. Скоро они захватят и остальные регионы. Как... Посмотрите, я не призываю ни к чему, я не создаю панику, меня никто не слушает. Я голос во тьме. Я прошу просто, это мое личное субъективное мнение, никому не навязываю, все будет хорошо, все будет в порядке. Ну просто посмотрите, давайте я вам просто покажу официальное видео, которое не запрещено, это
Бегите в Пантеру, да. Так, смотрите. То, что президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия, перед тем, как покинуть президентский дворец, он обратился к населению. Я прошу открыть горячие линии жалобы Министерства внутренних дел и обороны, особенно в Национальные силы безопасности, чтобы была связь с представителями районов, полицейскими участками, местными советами. Военные и полиция не оказывают сопротивления талибам, не сказали, что Кабул взят без боя. Весь персонал американского посольства переехал в аэропорт Кабула, его охраняют военные США, идет эвакуация. Тут даже вскоре переводят своих дипломатов все европейские страны. Тем временем уже бывший президент Ашраф Гани вылетает из Кабула. Талибы в президентском дворце. Кадры, как боевики с оружием прогуливаются по залам, опубликовала Аль-Джазира. Оттуда боевики заявляют о скором возвращении своих лидеров из-за рубежа. Представители движения заявили, что создадут в Афганистане Исламский Эмират. Они уже использовали это название, когда правили в стране с 1996 по 2001 годы. Талибан объявил военным и госслужащим и призвал жителей возвращаться к ним. Однако вечером начинается штурм аэропорта. Его пытаются взять простые афганцы, чтобы бежать от новой власти. Но коммерческие рейсы приостановлены. Воздушная гавань принимает только военные самолеты, которые прилетели для эвакуации иностранцев. Обратно они летят переполненные. Аэропорт – единственная возможность покинуть страну в Кабуле. Итак, смотрите. Без боев взяли власть. Гражданские авиалинии запрещены, закрыты. У нас тоже они закрыты. У нас тоже закрыты. Люди в панике бегут от новой власти. И вот, когда наступит время, надеюсь, не наступит, будут блокированы все выезды, и мы не сможем никуда уехать. Мы уже не можем никуда уехать. За ночь Кабул покинуло большинство сотрудников иностранных дипмиссий. Паника среди населения усилилась. В аэропорту началась давка. Погибли несколько человек. Их затоптали. О силе страха перед талибами говорят эти кадры. Афганцы пытаются зацепиться за шасси, фюзеляж и крылья американских и британских самолетов, лишь бы улететь. Позже появляются страшные кадры, как люди срываются с взлетающего самолета. Погибли несколько человек. Еще раз повторю. Еще раз повторю вам. Посмотрите внимательно. Фюзеляж и крылья американских и британских самолетов, лишь бы улететь. Позже появляются страшные кадры, как люди срываются с взлетающего самолета. Погибли несколько
осталось лежать на взлетном поле. Телеканал «Кабул Ньюс» сообщил, что на вертолетной площадке остались 5 миллионов долларов. Тем временем в Паншире поднят флаг Северного альянса. Этот регион единственный, который талибам не удалось взять под свой контроль. Сопротивление возглавляет сын легендарного Ахмада Масуда. Мадира – одного из лидеров партии «Исламское общество Афганистана». Он также был министром по 96-й годы. В аэропорт начинают самолеты, свои воздушные суда для эвакуации из Кабула направляют Германия, Бельгия и Польша. Военных для поддержки присылают Британия, Франция и США. Последние намерены увеличить свою армейскую группировку до 6 тысяч. Джо Байден выступил с заявлением. По его мнению... Просто посмотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. Это же нас ждет. Я просто не убеждаю, это просто мое личное, субъективное, фантастическое мнение, художественный вымысел, что в будущем нас ожидает что-то не очень хорошее. Вы понимаете, что все, кто занимались рисованием, музыкой, читали рэп, который сейчас моден, кто пил, бухал, ходил по клубам, все, что вы писали ВКонтакте и везде, все это навсегда останется задокументировано. И это попадет в руки, и всех вас вычислят, и меня, и всех. А Евгений Панасенков улетит на своем частном самолете. Частный самолет у него есть. Посмотрите его блог. Варламов улетит на своем частном самолете. И остальные. А мы простые люди. Мы друг с другом враждуем, сбиваем друг друга. Мы разобщены. Я не призываю ни к чему. Никакому объединению, ни к чему. Просто... Вы разве не понимаете, что происходит? Вокруг меня все считают, что ничего не будет, им всем пофиг. Все заняты своими рутинными делами, выживанием в этом капиталистическом мире. Я обращаюсь ко всем людям, которые ценят картины, искусство, творческих людей. Да, я русский человек, но... Посмотрите мои картины, и вы поймете, что я человек мира. Я человек мира, я самые разнообразные картины пишу. И вот женщины, они станут 19-18 век, вас будут сдавать сексуальное рабство, вы разве не понимаете? Я прошу объединиться с женщинам со мной, не грубить, как сейчас это происходит, не презрительно обращаться, а поддержать и объединиться, и попытаться нам спастись. Давайте дальше посмотрим. Ублюдок Байден, марионетка теневого правительства. Да? Да, конспиролог, я конспиролог, да. Жалкий конспиролог, психически больной человек я. Ну вы посмотрите, что-то что происходит. Ты просто лох, ничтожество, которое бросило людей, которых ты не считаешь за людей. Ты марионетка.
в руках теневого правительства. Неважно, в руках кого, просто богатых людей. Ты просто менеджер. Им похер на этих людей, которых бросили. Им похер. Они занимались в Афганистане отмывкой денег с наркотиков, и эти америкосы занимались, ну, отмывкой денег и через Афганистан. Просто отмывкой денег для своих личных нужд. И все. Они не устанавливали там никакой свой порядок и прочее. Они просто занимались и пытками. Они пытали талибов. У них посвящение в, типа, как дембеля, это провести две изощренные пытки талибов. Не уважаю, не одобряю, и вообще войну не одобряю, и пытки не одобряю. И Талибан запрещенная в России террористическая организация. НАТО, Австралия, австралийские военные пытали, они просто ради у них просто был вот обряд посвящения в ну там вот армейский обряд посвящения, это запытать двух талибов. Не одобряю, это ужасно. И конечно же они ненавидят. Потому что их пытали, их уничтожали, их оккупировали. И вместо того, чтобы, как Жак Фреско, помочь, что-то сделать полезное, они просто пытали, издевались и занимались отъемом денег, развили там наркоторговлю, выращивание и продавали в Европу. Этот кокаин или что там. И отмывали деньги. Да, это конспирологическая теория, да. Которая оказалась правдой. Но я не утверждаю, что это правда. Но в любом случае нам пиздец, простите за мат. Сталкиваемся, но я не сожалею о своем решении прекратить войну США в Афганистане и сосредоточить внимание на нашей контртеррористической миссии в этой стране и в других частях мира. Мировые лидеры заявили, что готовы оказать помощь беженцам. Этот вопрос уже обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Канада заявила, что готова предоставить убежище 20 тысячам афганцев, 22 тысячи готовятся принять США. В посольстве усилена охрана, но оно продолжает работать в прежнем режиме. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, никакой эвакуации сотрудников нет. Вчера был беспорядок, без власти, такая сумятица. По городу ходили мародеры, потому что, ну, вы знаете, что в Афганистане у всех взрослых и даже у многих подростков. Поэтому, естественно, значит, бродили преступники, слышалась стрельба, там, но вот как только люди окончательно вошли, это стало возможным благодаря вот падению этого режима, ну, буквально за несколько часов. В Афганистане выросло число продаж хиджабов и бурок. Американская журналистка ведет прямой эфир с покрытой головой. В прокуратуре Узбекистана подсчитали, что за выходные их воздушное пространство незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета, в которых находились 585 вооруженных военнослужащих Афганистана.
простите, у меня волосы просто пышные. Приходится так вот делать. Я это не скрываю, да, я ничего раз. Я лично к ним вообще никакого негатива не имею, то есть я никак к ним не отношусь. Они не курят, не пьют, они при помощи старейшин назначают жен для воина или для кого-либо, насколько я слышал. Я не знаю, я не разбираюсь в них, не в курсе. Но выглядят они, по крайней мере на камерах официальных их новостях, они выглядят спокойными, такими, как выразились наши политики, нормальные мужики. Это их цитата, не моя. Я не одобряю. Ну, давайте посмотрим. Вот. Посмотрите до конца, пожалуйста. Вам, что мы прощаем всех, потому что это в интересах мира и стабильности в Афганистане. Все, кто противостоял нам, прощены. Смотри, я ничего не имею против них, я вообще не знаю о них. Я только вижу это со стороны, с новостей. Но есть люди в Афганистане, которые были казнены, и которые говорят, что не верьте им, что они убивают тех, кто сотрудничал с администрацией США и со светскими, вел светскую жизнь. Они устроили пытки, казни. Казни публичные. То есть, и запретили женщинам ходить в школу. Хотя я тоже школу ненавижу, местную, светскую. Это мерзкое место. Я могу об этом отдельное видео записать, если хотите. Но, понимаете, просто они запретят искусство и музыку. И для большинства людей искусство не особо нужно, и музыка. Только для очень малого количества людей картины, искусство интересны. Я прошу это маленькое количество людей, спасите мои картины, пожалуйста. Вы посмеетесь, скажете, у тебя паранойя, там, ты... Да, я тревожность чувствую, у меня тревожное расстройство. Но разве вы не понимаете, что... Я вам потом включу кое-какой фильм, называется «Взорвать Гитлера», где того, который пытался взорвать Гитлера, пытали, и он им сказал: вы что, не понимаете? Рано или поздно он нападет на Англию, на Францию, и нас всех разбомбят. Всю Германию разбомбят, она будет в руинах. И потом этого человека, который возглавлял пытки его, и его же повесили, когда он понял, что Гитлер это пиздец. Еще раз напомню, африканский диктатор хотел поставить памятник Гитлеру, отрывал головы людям и радовался, и демонстрировал это. И он прожил до самой старости, до самой смерти, 20 лет после своего 20-летнего правления, где он уничтожал индусов и другие национальности. И послушайте, что он говорил о Гитлере. Это просто, я не могу это высказывать, потому что вы сами послушайте, потому что это настоящий пиздец. Это полный экстремизм. Это полный пиздец, что он высказывал о Гитлере. Короче, он говорил, что он мало старался, что он считал, что нужно было, ну вы поняли, это пиздец. Ему позволили прожить счастливо, спокойную жизнь, это пиздец.
Это же пиздец. И посмотрите, происходит. Вот я лично к ним ничего плохого не имею. Может быть, если бы я был мусульманином, может быть, я не разбираюсь, я не знаю. Может быть, мне бы старейшина, да, выдал за меня в жены девушку. Я жил бы счастливо с мусульманкой, которая бы не занималась развратом, как славянки некоторые. Я не знаю, тут два выбора стратегии. Либо примкнуть к этой не к этой организации, а просто к исламу, в общем, примкнуть. И надеяться, что они примут меня, не убьют, и что они, ну, я имею в виду умеренные, то есть спокойные, и что они помогут мне в жизни дальше прожить, потому что я помогаю бедным временами, как могу, я сам беден. Либо, ну, они уничтожат мои картины. Они скажут, это грех, это смертельный грех, мои картины, моя музыка. Все западное, это грех. Так же рассуждал крестный моей девушки, пьяный алкаш, воинствующий атеист, у которого дочка, и который ненавидел меня за то, что я был не агрессивным тогда, в 2016 году. В начале. И похож был на Иисуса. Он ненавидит Иисуса. Он тоже говорил, что он сказал, я сказал, я слушаю западную музыку, когда он меня вызвал, потому что поговорить в коридоре. Я мог бы с ноги ему с разбегу пнуть ему по ебалу, но мало ли что, я не знаю, я слабый, но не знаю, чем бы это закончилось. Наверное, надо было так и сделать. Я ненавижу воинствующего атеиста, крестного моей девушки, потому что он лицемер. Он сказал, что он крестный, а вместо этого он воинствующий атеист, который презирает, ненавидит людей, которые не агрессивные, которые не бухают, не курят. И он учил мою единственную девушку, которая добрая, которая целомудренная. Он учил ее, что нужно совокупляться с разными мужчинами, как спортом, заниматься сексом, курить, пить, и сам при этом курил и пил. Я тогда не курил, не пил вообще, я только курить начал и пить последние год или два. Не буду оправдываться, почему я стал курить и пить. Итак, продолжим. Это америкосы увеличили производство героина в Афганистане в 10 или 100 раз для отмыва денег и для того, чтобы, ну, элиты, богатые элиты, теневые, получали этот героин. А на простых людей плевать. И вот меня кинули наркоман, гомосексуалист один. Толерантно отношусь. Я цивилизованный человек. Я никогда не буду поднимать руку на гомосексуалиста или на вообще ни на кого-то. Я тем более сейчас лечусь. У меня есть совесть, есть рефлексии. Минутку, секунду. Как вы посмотрите. Женщин в соответствии с законами шариата.
им разрешат носить хиджаб, оставляющий открытым лицо, а не бурку, матерчатый, открывающий все тело. Женщинам якобы позволят работать. Как подтверждение этому, на одном из телеканалов интервью у представителя Талибана берет женщина, у нее открыто лицо. В аэропорту Кабула продолжается эвакуация. В надежде улететь, в огромной очереди выстраиваются тысячи афганцев. Иногда вновь начинается давка. Американские военные открывают огонь. В результате одного такого инцидента убиты 3 человека, еще 10 ранены. То есть, смотрите, американцы открывают огонь по простым людям, которые просто пытаются спастись. Это же пиздец! Вы не считаете? Вам не кажется, что это пиздец? Нет? Туда прибывают военные, которые смогли избежать плена и не перешли на сторону боевиков. Сопротивление возглавил Ахмад Масуд. Он призвал не верить слухам о своей сдаче талибам, приезжать в Паншер и вступать в отряды ополчения. Вы видите, что мы в Паншере. Мы всегда останемся рядом со своим народом. Не бросим его. Вместе с Масудом фотографируется бывший вице-президент страны Амрулла Салех, который называет себя легитимным главой Афганистана. По конституции, при отсутствии президента, его обязанности переходят к его заместителю, кем и был Салех. Талибан пытается решить вопрос с мятежной провинцией. Их представитель заявил, что постарается урегулировать все мирным путем. Ага, мирным путем. Понимаете, что я даже слов нет. Если вы не понимаете, то зачем мне вам объяснять, что происходит? Тем более, я простой русский человек, я живу в провинции, и я страдаю тревожным расстройством, меня могут... Я не склонен к суициду. Если со мной что-то произойдет, то знаете, что это не я сам сделал. Это кое-кто сделал. Я прошу помощи. Люди вообще не понимают, что происходит здесь. Я разговариваю с людьми, потому что я принимаю лекарства от тревоги, от депрессии. Если меня обвинят в сексуальном насилии якобы, или скажут, что я покончил с собой, ни в коем случае не верьте в это. Хотя моя личность ничтожная, кому до меня дело? Я вообще не смотрю на женщин, на девушек, ни на кого. Я просто не чувствую никакого сексуального влечения. Я принимаю лекарства, которые снижают либидо. Я просто живу в своем мире, хожу, смотрю в пол. И мне даже не интересно смотреть порно. Вообще. Если ты, девушка, обращаюсь к девушкам всего мира, выберешь меня в мужья, я клянусь, и это доказано, что я не буду тебе изменять никогда. Я не буду никогда поднимать на тебя руку. Я не буду с тобой отвечать на... Ну, у девушек бывает истерика, там, все такое. Я никогда не буду реагировать, потому что это доказано. Моя мама на меня сколько орет. Бабушка кричала, надеюсь, ну, желаю. Я помолился, мы молились за нее. Я хорошо отношусь к моим родителям. Мне грубят девушки. На меня нападали девушки, чуть не выбили глаз, пьяные. Здесь много проблем в светском режиме. Таких проблем, вот как
агрессивные девушки, которые избивают мужчину, и их парень смеется над этим, смотря. При талибах, запрещенной террористической организации, такого бы не было, я считаю, я не знаю. Но талибы запретят, и запретят искусство и уничтожат людей, которые занимаются искусством. Я занимался искусством, вкладывал душу. Да, я виноват с их точки зрения, но я верю в Бога, в Господа. Я знаю, что Он есть. Я все равно меня убьют. И вас убьют, к сожалению. Возможно. Я не утверждаю, это мои догадки просто. Вас не убьют, все будет хорошо. Это была шутка, ошибка. Беру свои слова назад. Остался там, от Афганистана в очередной раз повесили бы на трубе на глазах афганцев. Снова случилась бы большая позорная историческая катастрофа. Как вы знаете, я уважаемый человек и не боюсь, но я разрушался и не согласен с разрушением Афганистана, поэтому я остался, чтобы предотвратить разрушение Кабула. Чтобы денег себе. Капитализм, деньги, заебись, блядь. Не одобряю, что я против терроризма, против войны, против любого насилия, против фашизма. Я толерантно отношусь ко всем. Я не питаю никакого вообще зла, ничего. Я даже не дерусь. Я вообще не дерусь ни с кем. Ни словами, ни этим. Меня унижают, оскорбляют, бывает, незнакомые люди. Я никак не реагирую агрессивно. Вы можете сами это посмотреть. Спойлер. Все они уже убиты. Талибы открыли огонь по собравшимся. В Асадабаде, в провинции Кунар, погибли 4 человека. Лидер сопротивления... Не напоминает вам вот эти вот звуки ничто в Москве, вот кто живет? Вы, наверное, слышали такие звуки. Ничего не напоминает. Вы понимаете, что без боя вот эти люди, которые вот эти звуки издают. Чё объяснять? Я просто голос во тьме. Что к четвергу США эвакуировали из Афганистана.
уже 7 тысяч человек. 7 тысяч готовятся к вылету из аэропорта Кабул. Они это сделали только после того, как опубликованы были кадры, как люди падают с самолета и, привязав себя к лопастям каким-то самолета, бьются их душа, бьется самолет, который летит. Только после этого, под давлением левых сил, США, этот Байден, спящий Джо, выслал, и прочие страны выслали еще самолетов. Только после этого, жертвами этих людей. Поставьте себя на их место. Вы представляете, это пиздец. Мне первый раз я об этом услышал, когда мне отец рассказал, после церкви я шел к отцу помогать. Я помогал ему, и он рассказал мне об этом. Я, знаете, что сказал? Я тогда сказал, что хорошо, что эти кадры опубликованы. И он радовал, он сказал, что круто, что, ну, типа, он не говорил так, ну, по интонации было понятно, что он рад ничтожеству американской армии, и что эти, кто сотрудничал с американским правительством, бегут, падая с самолета. Я ему сказал, ты знаешь, что такое фашизм? Он сказал, нет. Мы с ним разговаривали, я ему помогал в гараже. Сказал, я объяснил ему вкратце, что такое фашизм. Но он просто промолчал, он пофигист. При этом я уважаю своего отца, он хороший человек. Просто он промыт пропагандой. Чтобы усмирить толпу. Среди афганцев есть раненые, но кто именно их ранил, неизвестно. Они попали в тебя пулей? Да, я в порядке. Он уже 27-й человек. Да, за четвертый день это 27. Спойлер. Дальше события, которые уже произошли, это прошлое событие описывается. Только когда был захват Кабула. Дальше там жертв сотни насчитывается. Сотни жертв. Многие из них стали инвалидами. Мой человек. За 4 предыдущих дня в аэропорту Кабула погибли 12 человек, пытавшихся во что бы то ни стало покинуть страну, сообщает Reuters. В МИДе заявили, что Москва намерена организовать вывозные рейсы для своих граждан. Все, кто желает выехать, просят связаться с посольством до 22 августа. Знаешь, как это работает? Куда бы ты ни обратился, в государственную психушку, в государственную поликлинику, хоть в какую государственную организацию здесь, в моем городе, тебе говорят, это не мое дело, сходи туда-то, бумажку подпиши. Приходишь туда-то, тебе говорят, чтобы подписать бумажку, иди подпиши бумажку там. Идешь туда, и так ты месяцами ходишь, пока не умираешь. И в итоге тебя никто не лечит. Я вам расскажу вкратце свою историю. Когда я был юным, я пришел в психушку, потому что я чувствовал себя плохо, мне была депрессия, потому что я был влюблен в девушку и страдал от этого. Страдал от того, что безответная любовь. И просто депрессия у меня была. И мне сказали, что, хочешь от армии откосить? А другая врачиха сказала, иди к главному. Я пришел к главному. Знаешь, что он сделал? Он даже ни слова не сказал. Врачиха говорит, вот к вам человек, пациент, ему плохо. Он в это время заигрывал сексуально с медсестрой,
медсестрой, чего я никогда не делал в жизни, потому что я аутист, скорее всего, но я не утверждаю. И как только он услышал, что вот какой-то чел, он даже не посмотрел особо на меня, он просто юркнул, там был такой темный проход, ну здесь стрёмное здание, все полуразрушенное такое, все, нет ремонта современного. Он юркнул и убежал, прям убежал, убежал улыбаясь. И все, на этом все закончилось. И дальше моя жизнь пошла под откос. Вот смотрите, феминистки, женщины все, смотрите, смотрите, я сам против сексуальной вот этой вот распущенности, которая на каждом шагу, но я принимаю флуоксетин по рецепту врача, и мне похер на это, я как монах, но в детстве меня это мучило. Я сильно страдал от этого, но... Я все равно не одобряю. Ты же фашизм. Салон красоты закрашивают рекламные щиты и вывески, на которых изображены женщины. Немецкое издание Deutsche Welle сообщило, что от рук двое родственников журналиста радиостанции. Одного убили, второго тяжело ранили. По информации Deutsche Welle, боевики искали самого корреспондента, но он находится в Германии. Талибан провел парад своего спецотряда. Его боевики, облаченные в белые одежды, но в черных бронежилетах, бутсах и с американским оружием наперевес, прошли через центр города Калат, столицы провинции Забул. Вы понимаете, что этому журналисту повезло, что он в Германии? Я сейчас похож на этого, забыл как его. Камикадзе Ди, наверное, да? Мне похер. Я прошу вас, пожалуйста, помогите мне. Никто не понимает, что происходит. Я обращаюсь к людям. Я разговаривал с Мишей НС. Я не одобряю нацизм. Я против нацизма. Он за нацизм, я против. Но он просто белый, цивилизованный человек, который воспитан в светском обществе, и который... Хотя бы на самом деле при определенных обстоятельствах он меня бы отпиздил. Если бы пришли сюда нацисты, он бы, повинуясь их приказу, убил бы меня без разговоров. Хотя я ему подарил картины бесплатно. И я не горжусь этим, просто. Я ничего плохого ему не сделал. Он добрый человек на самом деле. Просто он в школе сталкивался с кое-кем. И стал вот таким. Как послушайте Жака Фреско, как люди становятся. Хотя я не одобряю атеиста Жака Фреско. Меня отпиздили, что я потерял слух на правое ухо частично. Атеисты, они называли себя аметистами. Отморозки гопники из 9-го квартала, которые бухают и пиздят геев. Но они, я не знаю, запиздили ли они хоть одного гея, не одобряю, но простого русского человека, гетеронормативного, они так запиздили и обокрали. Понимаешь? И когда наступит фашизм, они будут вешать простых граждан, таких как ты, таких как я, кто даже не сотрудничает ни с кем, не состоит ни в какой партии. Посмотрите фильм «Бункер» Гитлера, «Последние дни Гитлера». Сейчас, секунду, я
отойду. Нет. Смотрите пока видос. Секунду, простите. Обязательно посмотрите, пожалуйста, и я прошу помощи. Я серьезно, без сарказма, прошу помощи, Андрей Дмитриевич. Кто угодно, помогите, пожалуйста. Секунду, я сейчас включу вам и отойду. Сообщается, что Талибан проводит обыски в домах афганских политиков, изъят автомобили, имущество, оружие и боеприпасы. В аэропорт Кабула прибывает все больше афганцев. В какой-то момент начинается неконтролируемая давка. Вновь звучат взрывы светошумовых гранат. Американцы сообщают, что у них достаточно самолетов для эвакуации граждан. Главная проблема – с доставкой людей в аэропорт. Кроме того, переполнена база Эль-Удейд, в Кабуле, куда вывозили афганцев. Решено размещать их на объектах ОАЭ и авиабазе Рамштайн в Германии. За последние 24 часа из Кабула эвакуированы 5700 человек, а с 14 августа уже около 13 тысяч, сообщает Пентагон. Между тем подсчитано, сколько точно было людей на борту рекордного рейса C-17A Globemaster 3 из Кабула. Вместо ранее заявленных 640 человек были эвакуированы 823. Военные забыли посчитать 183 ребенка. Новое сопротивление вспыхнуло в провинции Баглан. Местные жители напали на талибов, убиты порядка 20 боевиков. Представители движения начали стягивать в регион дополнительные силы, но в итоге афганцам удалось отвоевать 3 района провинции. Силы ополчения действуют под руководством командира Абдуллы Хамида Дадгара. Спойлер. Все они убиты или сдались талибам, запрещенной в России организации. Хотя, если вы в курсе, я не буду говорить вам кое-что. Посмотрите кое-какие новости официальные, официальные высказывания наших политиков, не Путина, а те, кто во власти приближен. Путин не стал с ними разговаривать. Послушайте, что они говорят о талибах. Послушайте вообще вот. Я не хочу даже говорить. Глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай провели переговоры с представителями Паншера. Об этом сообщил у себя в Facebook доктор Абдулла. На встрече присутствовали религиозные деятели, старейшины и командиры провинции Паншер, ставшей столицей сопротивления талибам. Итоги переговоров не сообщили. Талибы заявили, что им на верность присягнул брат бывшего президента Ашраф Хашмат Гани Ахмадзай. Хашмат Гани, родной брат экс-президента Ашрафа Гани, присоединился к исламскому эмирату Афганистана при содействии Камилу Рахмана Хакани, племянник лидера союзной талибану экстремистской сети Хакани Джудина Хакани. Силы ополчения продвигаются ближе к Кабулу. Они захватили еще ряд районов Парван, а также Тахар. Сопротивление провело парад в Паншере. Бойцы проехались по городу на машинах с флагами. Местные СМИ пишут, что у сил ополчения Ахмада Масуда появилась авиация. Вместе с тем талибам удалось вернуть контроль над провинцией Баглан. Ранее перешли под власть сопротивления. Представители Талибана настроены на диалог с паншерцами. Это они передали через российское посольство. Глава дипмиссии Дмитрий Жирнов. Спойлер. Паншер пал. И теперь они нападают на Таджикистан. Убили одного пограничника, пока что мне известно. Рассказал, что представитель движения попросил дипломатов передать лидерам неподконтрольного района
экологии и международным отношениям. Защита прав всего населения при соблюдении норм шариата. Глава политического офиса талибов Мулла Барад для формирования нового правительства. Структуру он собирается представить в ближайшие 2 недели. До распоряжения Центробанка страны приостановлена работа... На минуту скажу, что вот эти люди все, они пытаются уехать из Афганистана. Спастись от талибов. Пытаются они. Точнее, пытались. Уже все. Уже все. Это прошлое событие. А теперь уже там все. Они не успели. И мы не успеем. Это мое личное мнение, ни к чему не призывающее и никакого... Это мое фантасмагорическое мнение. Пентагон начинает наращивать боевую группировку в Кабуле. На территорию аэропорта переброшены значительные силы спецназа и морской пехоты. Параллельно Пентагон и Госдепартамент США ищут альтернативные маршруты эвакуации граждан из аэропорта. Из-за возможных террористических атак теперь самолеты во время взлета отстреливают тепловые пушки. Пентагон сообщает, что эвакуировал из Афганистана 17 тысяч человек с 14 августа. Из них граждан США только 2500. Трамп предрек возвращение России в Афганистан. По мнению экс-президента США, после ухода американцев, Россия восстановит там свое влияние, чтобы наверстать ошибки СССР, который потратил много лет и средств на войну в Афганистане, но не смог ее выиграть. Это только одна частичка новостей. В общем, у меня нет слов. У меня нет слов. Еще раз прошу помощи. Я не хочу прямо сейчас помощи. Я имею в виду помощи хотя бы хоть что-то мы можем совместно делать в течение нескольких лет. Через несколько лет, чтобы получить помощь. Немножко подготавливаться к этому. Через несколько лет получить помощь. Я не говорю, что прям сразу мы должны что-то. Мне никто ничего не должен. Но я прошу рассмотреть этот вопрос и подготовить за несколько лет возможность помочь мне и моим картинам. Никто в моем городе, с кем я общаюсь, не понимает, что происходит. Они им пофиг, они не об этом. Они считают, что все в порядке, что все нормально, никакого ничего не будет. Вот. Я Александр Алёнин, Тихон Мышкин. Please help me.